Остагенский процесс – это огромный шаг в налаживании мира на сирийской территории, говорят немецкие политики. Казахстан вновь выступил медиатором и сумел собрать для переговоров все стороны, и это огромное достижение. Таким мнением в интервью нашему каналу поделился парламентский секретарь Комитета по международным делам Бундестага Андреас Ян. Эти переговоры прошли благодаря казахстанскому правительству. Мы очень благодарны, что Казахстан прилагает столько усилий, чтобы разрешить конфликт. Очень хорошо, что эти переговоры состоялись именно в Астане. Хочу подчеркнуть, Казахстан занимает нейтральную позицию. Мы высоко ценим усилия вашей страны и то, что Казахстан сумел собрать все стороны, смог усадить за круглый стол, и это огромный шаг в налаживании мира.